Привет, дорогой друг! Ты попал на канал Березки, меня зовут Алина. Не знаю, залетел ты ко мне в первый раз или смотришь мои видео постоянно, но я буду очень признательна, если ты подпишешься на канал. Но чтобы быть в курсе всех предстоящих трансляций, переходи в наш телеграм-канал. А если ты хочешь вместе с нами смотреть сериалы, фильмы и многое другое, переходи в наш Дискорд. И самое главное, если у тебя есть что-то интересное, что можно послушать или посмотреть, переходи по ссылочкам в описании. Да, и чуть не забыла, после просмотра этого ролика не забудь оставить комментарий. Приятного просмотра! Обнажи мне свои тайны, нежностью тело покрой. Этот огонь между нами, ты его крепко храни. Здесь не болят мои раны, жаль, что это лишь сны. Слушайте, мурашки, конечно, у меня побежали. Побежали под конец, правда, но тем не менее. Но это даже не сам факт, когда они побежали. Я, знаете, к чему пришла? Это так круто. Это... Объясню сейчас, что круто. Был... Вот, ну, все циклично. Вот я прихожу, наверное, вот каждый раз к убеждению того, что не только история, а вот история в глобальном смысле, она циклична, ну, циклами повторяется. И вот в музыке, мне кажется, то же самое, что был когда-то период, когда... Прислушиваюсь к каждому звуку. Был когда-то период именно прям вот прям очень талантливых, чтобы был не только талант у тебя проявлялся в каком-то именно, ну, музыкальном плане, а вот именно вокала. Вот я к чему хочу сейчас подвести. Потом был период, ну, это прям совсем, грубо говоря, так отрезок, когда заморачивались, когда прям вот какие-то виртуозные штуки и по нотам, и по мотивам придумывали песни сами, да? Потом пошел период вот этих, ну, совсем я утрирую, но тем не менее, сисек-писек, да, и вот какие-то непонятные что-то там, что-то кого-то, и понимаешь особо, что в большинстве своем там как бы, ну, талантом и не пахнет, хотя, ну, это с моей стороны, может, меня, конечно, заклюют, но что поделать, куда без этого. Ну, по большему счету, я не знаю, в чем там талант, просто придумать кусок какого-то непонятного текста, что вижу, то
что говорю, и это все наложить на какой-то бит. Вот. Может, с точки зрения именно вот создания битов каких-то музыки, может быть, да, они как бы, да ладно, но с точки зрения возможностей каких-то своих, ну, простите. И вот сейчас, глядя на нее, ты понимаешь, что вот опять какое-то возвращается. Ну, это понятно, что все трансформируется, но тем не менее возвращается, я надеюсь, что возвращается период, когда вот хотя бы вот единично, но будут появляться на свет вот такие и возрождаться вот эти опять заново вот в том числе и вокальные данные. То есть не совсем мы их похерили, простите, да, а вот главное что-то другое, вайб, там еще что-то там. А здесь ты смотришь, и вот от этих мелизмов, от этих моментов, как она владеет голосом, какие переходы, как вибрато все это звучит, оно в принципе, оно есть, вот, звучит, оно наконец-то про него вспомнили и начали опять пользоваться. Не то, что пользоваться, вот масса, скажем так, нести с помощью, благодаря Мирали, и вот и ты смотришь, ну, о, да, вот это услада, и только для души, и для ушей, и для всего, и поэтому это очень круто, и прям вообще. Ну, песни, я не знаю, насколько она принимает участие в создании, прям, здесь, может быть, пишут. Музыка, бит Давид, миксмастер Константин, текст. Ну, как бы ладно, там я думаю, что все равно какая разница, не важно, кто что, сколько там вносит своего в создание, ну, в треки в эти. Вот, сам факт, что это есть. Вот таким, я имею в виду, по итогу получается вот то, что есть, и ты смотришь это, слушаешь, и ну, это очень прям очень интересно, очень красиво. Ты слышишь, что уже не какой-то однобокий мотив, что здесь прям такая, мне кажется, я не знаю, конечно, я могу предполагать, но я думаю, что про такие треки ты не скажешь, что песня двух-трех нот. Там прям вот как будто работали, прям придумывали как-то ее вот ковыряли, ковыряли, и вот сделали вот такую, выдали в такой огранке. Это классно. И вот от трека к треку получается все интереснее и интересней. Многогранно. Это вот ты слушаешь и понимаешь, что ну не однобоко, а наоборот, тут вот и так зазвучало, и так, понятно, здесь немаловажно идет, ну, как бы, работа еще сведения, мастеринг и всего остального. Там моментом ты прям я слышала, а вот здесь вот такой эффект делали. Но тем не менее, все равно сама работа голосом, вот этой подачи, она все равно слышна. То есть не просто там человек взял, там ровно как-то исполнил, а прям, да, вообще. Поэтому.